Мне звонили из твоей части сегодня. Да? Что говорят? Да. Ничего, они мне дали памятку подписать. А, и что там написано? Там написано. Там написано, что вы сейчас в служебной командировке и находитесь в одном из объектов Российской Федерации по предназначению. Что личный состав, то бишь вы, обеспечен всем видом довольствия в соответствии с положенными нормами. То есть греки Чего сегодня обеспечены? выходят сами. Довольствие. Да, мы всем обеспечены, говорят. А это считается одна консерва капусты сраной без мяса, тушеной какой-то, на четверых 150 грамм на обед. Это считается обеспеченным удовольствием? Ну, мне тут дали номер полковника Колесников Иваны Иванович, но в случае чего звонить ему. Точно. Я могу ему позвонить. Нет. Я попросила у Тимура справку, подтверждающую, что ты в командировке для банка. И у вас со служебной командировки до 40 суток. Максимум могут продлить до 5 суток. Это ложь. Не верю в это.